Я родился сразу после войны, в 46-м. Мать добиралась к родственникам в деревню и родила меня прямо на дороге. Отца я никогда не видел. Он вернулся с войны израненный и умер за полгода до моего рождения. Но все детство я постоянно думал о нем, старался себе его представить. В 52-м мне исполнилось 6 лет. Память перепутала, что я видел, а что понял потом. Но поезд, в котором мы ехали с мамой, я запомнил навсегда. Будем. Ну, будь здоров. Уходи! Чем ходить-то? Черви. Черви. Нет у меня червей. На. Чего тебе? Можно лезть? Ты что, нельзя? Ну, ма, она же ничья. Была станция. Может, придет кто-то новый. Ма, а вот скажи, дама чья жена? Вольта или короля? Дама. Угу. Все, надоело. Здрасте. Здрасте. Давай по новой. Картишки? Это по-нашему. Давай. Ботинок. Чё там? Женщину ограбили. Ну, народ, а? Сказал, чтобы ты меня слушался. Не сиди. Ма! Я пойду, а ты здесь. Ма, ну пожалуйста. Ну-ка, фрейрок, давай-ка. Вы, да ну что? Вот так. Вы, да не затрудняйтесь. Вещички посторожи. Понял? О, извините, ради бога. Извини, браток. Чего реветь-то? Теперь уж поздно. Пойдем покурим. Вот еще. Как звать? Меня? Катя. Thank you.
Куда едешь? Так, не знаю. Сошлись с дядей Толей в каком-то маленьком городе. Мать сказала, что теперь мы будем жить с ним вместе, и что я должен называть его папой. Мы долго бродили от дома к дому, пытаясь снять комнату или хотя бы угол. У вас комната не сдается? Это дверь бухгалтера с женой. Там инженера с девочкой живут. Тут кухня. Здравствуйте. Тут ванная. Здрасте. Вон, ванная. Угу. Здрасте. Здесь артистка живет. Здесь мы с мужем. Вот там Варвара на баяне обучает. А там алкоголичка, но тихая. Комната эта не моя, сестры моей Анны. Она сейчас на излечении. А зовут меня баба Таня. А нет, нет, нет. Ну, Санечка. Ну, все будет чин-чинарем. Да, баба Таня. Ну? К сожалению, задаток смогу только через пару дней. Квартирные паспорта пока в военной комендатуре. Ну, сами понимаете, армия. Ну, ладно. Когда сможешь. Ты человек семейный, главный военный. Небось, не обманешь. Спасибо. Да ладно. Все хорошо, мой мальчик. Все хорошо. Ну что ты, что ты? Ты что, Санек, а? Все, все, все в порядке. Он сейчас заснет. А чтоб стулья не разъехались, папка их свяжет, да? Он тебя душил. Что ты? Что ты, что ты, что ты, что ты? Я слышал. Тебе приснилось. Я буду спать. Здесь! Перебьешься. Накрывайся быстро. Я с мамой. А. Значит так, ёлки. Спать здесь буду я, а тебя еще вякнешь, в окошко выкину. Не веришь? Хочешь?
Гвоздь убей. Зачем? Платье повесить. Ладно, сама забью. Так. А это что? А это тебе. На базаре купил. Мне. Тебе. Мне. Мне. Не лезет. Все, гулять. Пусти! И не шуми, а то нас враз отсюда выставит. Бабке врал, что паспорт в комендатуре. А сам туда и не ходил. А отпуск? 2 дня осталось. Ну, а после? Принесешь бабке, она и поймет, что я не жена. Ну, поймет. И что? Выгонит? Не выгонит. Тебя Саша зовут? А меня зовут Инесса Павловна. Это вы алкоголичка? Нет. Я уже месяц не пью. Саня, гулять. Не пойду. Этой девочке я чем-то понравился. Она решила, что мне досталось из-за нее. На самом деле меня побили просто потому, что я был здесь чужой. А
Отвали! Я не хочу здесь жить, здесь дерутся! Ну что там еще? Господи, нас точно отсюда попрут. Ты давай правда не ори. А чем стучать на пацанов, поди дай сдачи. Их что, дядь Толян? Я тебе не дядя, а папка. Отбейся, я сказал. Отбейся, да отбейся. Как? Бей, чем попало. Рви зубами. Легай ногами. Ну, чтоб запомнили. Иначе ты не можешь. Закрой. Кошмар. А не надо было с ребенком пускать. Это не тряпка, это полотенце. Ах, пардон, пардон. Эй, друг, ну-ка выгляни. Слышь, ты, это твой, что ли, пацан дубьем детей колотит? Он же псих. Ты лечи его, ядреный вошь. Ты ухо-то отпусти. Не то выйду и вырву тебе кадык. Ну, давай, выйди. Понаехали тут. В своем дворе детям погулять негде. Ну, ладно, ладно, мужик, ты че? Я пошутил. Сейчас спущусь, сам под лицо ухи пообрываю. Сейчас, подожди. Дядь, он камнем кидает. Вот сучонок, а. Серёга, Серёга! Еще раз тронешь, и кадык вырву, и глаза повыдавливаю. Кто тебя лупил? Эти? А ты отбился? Быстрее, быстрее. А ты? Серега. Этот бил? Бил. А ты? Не лезь, отстань. Тогда вмажь. Кому сказал? Вмажь, я сказал. Чего ты? Ну, вмажь. Еще. Еще. Ну, бей. Еще. Бей. Ну, сынь, по роже! По роже, я сказал. Ну, бей. Ну, все, все. Все, спокойно. Все. Пошли. Все. Все. Ремня ему надо за этот потоп. Сядь. Дай ремень. Да, я сказал.
Прощай. Да вы, главное, не волнуйтесь. Уж я с него шкуру спущу. Зачем шкуру? Лучше на баяне выучить. Я недорого возьму. Какой баян, когда такой головорез? Баян хорошо. Да у нас же папка военный. Сегодня он здесь, а завтра там. Ну, какое ж тут учеба? Я бы за военного никогда не вышла. Правда? Не вышла бы она. Нет, вы на нее посмотрите. Жми. Ну, сильней. Сильней. Понял? Это зачем? Чтоб боялись. Кого боятся, тот и главнее. Ну, того и слушают. А кто не схочет? Дави. А если он сильный? Да хоть какой. Ты, главное, скажи себе, что я за эту папиросу там, ну, за это эскимо, порву любого. Ну, и люди в тебе это чуют и прогинаются. Понял? Сталин. Сталин. А его зачем? Отец он мне. Сталин? Но. Родной? Но. А он знает. А то. Только это знаешь что? Это тайна. Ты никому не говори. Понял? Да? Да. Вот так, пацан. Фух, не знаю, что и будет. Слышь, как сердце колотится. Ну чё, доволен? Иди, проси у соседей прощения, пока нас на улицу не выкинули. Иди, иди. Иди, Санёк. Утро. На льдине начинается трудовой день. В домике кают-компании только что закончился завтрак. Приятно перед тем, как выйти на улицу, посидеть минутку в тепле, выкурить трубку, послушать рояль, на котором с большим чувством играет товарищ. А у вас дети есть? Были. Раньше тут у нас у всех дети были, и у Соломоныча, и у Инессы, и у нас. А куда же они все подевались? Поубивала? Да. Сапог-то видишь какой? Совсем прохудился. Не то что у папки твоего. Хромовые, новые. Да он мне не папка. А кто? Дед Пихто. Сань, где ты? Саня, домой. Ну ты дура. Паспорт у него хоть посмотрела? А чё мне его паспорт? Военный все равно надежнее, но военного всегда управа найдется. Здравствуйте, дамы. Здравия желаю. Здрасте. Ой. Пожалуйста, угощайтесь. Ой, спасибо. Угощайтесь, угощайтесь, спасибо. Угощайтесь. Угощайтесь. Мерси. Пожалуйста. Баб Тань, пожалуйста. Ой, ой. Давайте налетайте. Ой, бит-те.
Ой, спасибо. Это нам с каких таких событий? Так праздник на носу. Между прочим, как встречаем? Кто как. Да. А давайте всей квартирой. Давайте. Организацию беру на себя. Не плачь, баб Тань. Дам колоть. А, согласны? Армия на ней. Вам больны? О, молодцы. Пожалуйста. Вам? Не-не-не-не-не. Я не взял. Ой, я ни в коем случае. Понял. Товарищи, я как человек военный много ездию, много людей встречаю, но вот таких дружных и хороших не встречал. Ой, спасибо. Поэтому примите, как говорится, знак. Билеты в цирк. Военные. В субботу, значит, все вместе и пойдем. Неудобно, что вы потратились, Анатолий. Да ладно. Мы тронуты и с удовольствием, я думаю, пойдем, тем более в субботу. Ура! Ура! За вас! За вас! За вас! За вас! Эх, да что ж мы все сидим-то? Мужчины, танцевать бы пригласили. Разрешите? Жаль, я в цирк не смогу. Что, почему? У меня спектакль в субботу. А после? Есть люди, им чужое цапнуть. Одно удовольствие. Да вы, Соломоныч, скажите тост. О! Давай. Я хочу выпить за человека, которому мы обязаны сегодняшним днем, да и не только сегодняшним. За доброго, мудрого и самого человечного. За товарища Сталина. За Сталина. За Сталина. За него и я должна. Что это было? Вода. Как? Соображать надо, сколько лет с тобой живу. Ученая. Эх, дороги, пыль да туман, холода, тревоги, дождь степной и бурья. Знать не можешь доли своей, может, крылья сложишь посреди степей. А ты знаешь, что я знаю? Когда ты вырастешь, ты нам не поженишься. Кружи. Твой дружок в бурьяне неживой лежит. Опа!
Ольга когда обычно домой приходит? Да как когда? Ясно. Санечка, мне нужно выйти с тобой на минуточку. На минуточку. Не уходи! Я очень прошу, пожалуйста! Мы только в туалет и обратно. Ну что же, я заговорил! Ты обещала, что мы вернемся. Не пойду! Я сказала! Ты меня обманула. Санечка, милый, нам, может, придется уехать. Прям сейчас? А тетя Оля? Не знаю. Нет. Постой здесь, я скоро. Ты что, пришла? Вещи собрать. Уезжаю. Вещи? Ну, собирай, собирай, собирай. Ты знал, что ли? А? Зачем? Вообще я не пойму. Где? Где твоя Олька? Да какая нахрен Олька? Бери пацана, то на поезд опоздаем. Значит, ты не военный. Военный. Мне прокурор на жопу звезды ставит и звание дает. Я думала, хоть теперь. Думала, мы будем жить. Я тебя люблю. Ты меня. Чтобы мальчик рос. Потом, потом расскажешь. Давай уйдем. Ничего не бери, просто сбежим и все. Но ты сказал, ты глянь, какой погром. Прошу тебя! Я тебя люблю. Пацана прокормим. Вставай, а? А то поезд, ну. Что же я такая невезучая? Кать. Колеса. Дорога. Решишь без горячки. Ну, пойдем. Нет. Тогда хоть адресок оставь. Может, письмо черкну из Магадана. Ты же знаешь, нет у меня адреса. Давай, давай. Давай, давай. О, начальник. Ну? Не успели. Нормально все? Порядок. Вот так. Вперед. Здесь точно. Ма. Тихо, молчи. Thank you.
Это мне! Дай! Дай сюда, я сказала! Тихо. Брось. Брось. Если спросить, не наши. Чайку не желаете? Ну все, Катюха, теперь гуляем. О, голубка моя, как тебя я люблю, ты услышишь в бескрайнем просторе страстную песню мою. О, голубка моя, как тебя я люблю. Ненавижу тебя. Подними. Да не в жизнь. Поднимешь, а завтра пойдешь на толкучку и продашь. Я? Вот. Так я впервые увидел Черное море. Здрасте, товарищи. Кто хозяйка? Вы? Ручку? Приятно. А он, сынок мой? Да. И жена. Я прилечу, голубка, и закрыла, о, голубка моя, как тебя я люблю. Ты услышишь в бескрайнем просторе страстную песнь мою. Палома Бланка, Палома Бланка, Палома Бланка, Палома Бланка, Палома Бланка, Палома Бланка, Палома Бланка. Голубка. Голубка моя, как тебя люблю. Ты услышишь в морском просторе песню мою. Так.
Товарищ лейтенант, ваши документы. Минуточку, товарищ капитан. Товарищ капитан. Пошли, пошли. Товарищ капитан! Слободно. Чемоданы сдай в камеру хранения. Быстро. Я подумала, лучше бы ты не вернулся. Врешь. Шипр. Чё? Одеколон Шипр. Ага. Нам бы комнату снять. Мы не потревожим. Может, на службе. Мальчик спокойный. Я понимаю, но мы как-то не сдаем. Жаль. А вы знаете, в подвале... Коммуналка, там, кажется, что-то сдают. Кать. Кать, спишь, что ли? Нет. А чё? Чё это с ней? Ну-ка, водички принеси. Ага, 8. Давай, давай. Буду ждать. Стой, ты новый жилет, что ли? Да! А здрасте! Здорово! А зовут? Больше. Конечно, конечно. Зараза! Билет возьму. Крышка зеленая, не видал мою. Ты новый жилет? Да. А здрасте. Здравствуйте. Ну да, да. Да-да. Ну чё? Чё это? Страшно мне, Толик. А чё с фатой-то мне делать? Выпей. А лучше пойди с народом пообщайся. Смотри, кто как живет. Потом мне расскажешь. Перестань его подучивать. Хочешь, чтобы он стал как ты? А чё, плохо? Санёк, хочешь быть военным? Хочу. Молодец, вали. Толик, Толик, ты же обещал, что последний раз, что дальше пойдет нормальная жизнь. Как же тебе верить? Ну ты ладно, сам говорил, откуда открытки будешь слать.
Ну так же дальше пойдет. Я же тоже закремлю. Мне-то кому открытки писать? Мальчику в детдом? Тихо, не ори. У меня давно хорошего дела не было. Одни коммуналки. Хорошее дело и все, как обещал. Вот собака, куда я... Убери эту дрянь, мне ребенка кормить. Вот она, дядь Толян. Я сказал, называй меня папкой. Ну, папкой, ну, называй папкой. Убью! Ну, бей. Знаешь закон толковища? Не доставай нож, а достал – бей. Бей. А не то я ударю. Санёк, сидишь? Ау. Ну, сиди, сиди, тебе полезно. Граждане! Ни у кого гармошки нет. Душа песни просит. А? Браток, гармошки нет? Есть. О, как ты ловко кровать-то между двух шифонеров воткнул, а? Отомстишь за меня, сынок? Ну-ка, Семен, сыграй. Ночь коротка, можешь? Хоть скажи, по какому случаю гуляем? Да, Анатоль, просветите нас, правда. День рождения у меня.